Всем привет! Меня зовут Прокофьева Луиза, я креативный менеджер компании «Фармкосметика» и, как всегда, ведущий наших прямых эфиров. Сегодня с нами будет Александр Иншаков, наконец-то, очень долгожданный эфир, и который представляет компанию бренд «Филарга». И мы сегодня поговорим о долгожданных новинках, которые мы ждем уже давненько в этом году. Вот. И новинки будут связаны с довольно популярными сейчас запросами о несовершенствах, о так называемом возрастном акне. О, здравствуйте! Здравствуйте, наконец-то. Луиза! Очень рад вас видеть! О, прекрасно выглядите! Я тоже рада вас видеть! Лето на дворе, нам нужно быть во всеоружии. Да, согласна. Сняли с тебя, наконец, все шапки, шарфы и должны демонстрировать свою естественную природу. Да, согласна. Да, и, собственно, расскажите немножко о себе, я вас уже немножко представила в самом начале, и уже, да, перейдем к нашим новиночкам, наконец. Меня зовут Александр Иншаков, я врач-дерматолог и тренинг-менеджер Филарга, вот эксперт бренда. Работаю с маркой уже очень давно, знаком с этим брендом больше 20 лет, поэтому, в общем, знаю о нем достаточно много, может быть, не все, но много. Вот, и очень рад работать с этой продукцией, потому что она доставляет не только удовольствие от применения, что очень важно в косметике, но и дает выраженный хороший эффект, о чем мы сегодня тоже поговорим, конечно. Да, кто не видел нашего первого эфира, он был зимой, заходите к нам в IGTV, обязательно посмотрите его, там мы рассказывали о технологиях, которые есть вообще в Филарга, NCEF, насколько я помню, да? Да, посмотрите, в общем-то, все, что там есть, очень интересно. Также я хочу сказать, что сегодня в конце эфира мы ждем ваших вопросов, у нас, как всегда, они будут поощряться, и также будет розыгрыш после эфира. Да, обо всем рассказал, давайте, наконец, перейдем. Вот тут был сразу вопрос, делал ли я недавно блефаропластику. Я не знаю, может быть, ко мне этот был вопрос, не знаю, но не вряд ли к вам. Я не делал никаких пластических операций. Меня недавно одноклассник мой, с которым мы не виделись много лет, тоже об этом спросил. Вот, но я это воспринимаю как комплимент, значит, я все правильно делаю в плане ухода за собой. Да, согласна, абсолютно. Абсолютно точно. И это как раз, по-моему, в этом и есть вся суть косметики Филарга. Да, в том, что она является заменой операционным процедурам. Ну, не операции, конечно, но в некотором смысле Филарга – это возможность получить в домашних условиях достаточно выраженный эффект, в какой-то мере сравнимый с процедурами эстетической медицины. Потому что в каждом флаконе в каждом продукте присутствуют косметические аналоги эстетических процедур по своим эффектам. Вот в этом основное преимущество. Мезотерапия, филлеры, ботулотоксин – все это есть в наших продуктах. Именно поэтому в свое время Филарга, когда она появилась на рынке, она произвела просто фурор из-за своей высочайшей эффективности. Все, кто пользовались и пользуются Филарга, отмечают вот этот бешеный совершенно эффект от косметических средств, но это связано с экспертизой. Это марка от эксперта в области эстетической медицины. Поэтому здесь по-другому быть и не могло. Вот и все. Да, тут как раз уже пишут нам о том, что обожают составы, да, я согласна. Безусловно, составы потрясающие. Да. Я сегодня представлю новинки. Вот все, кто сегодня присоединился, я убежден, они не будут разочарованы. Я бы, знаете, Луиза, с чего начал? Даже не с Age Purify, потому что эта линия, она уже, ну, вышла какое-то время назад, и уже она такая новинка, о которой многие слышали. Я бы хотел представить две новых сыворотки. Два новых продукта. Сейчас лето, хочется легких текстур, и хочется хорошего эффекта без утяжеления ухода. И вот я бы хотел прежде всего рассказать про сыворотку Time Filler Intensive. Это новая сыворотка от морщин. Ну, все, кто пользуется Филарга, знают, у нас есть замечательный продукт Time Zero, сыворотка от морщин, ноль морщин. Так вот, эта сыворотка взяла все самое лучшее от Time Zero, то есть она борется со всеми видами морщин, которые мы знаем. Это очень удобно, кстати. Нам не приходится задумываться, а какие у меня морщины, мимические или, может, глубокие, а может, это морщины обезвоженности. Как мне это узнать?
Не надо ничего узнавать. Любой тип морщин, берем сыворотку Филарга, и она решает эту проблему. Потому что там есть ингредиенты, которые расслабляют мимические морщины, то есть воздействуют на поверхностные мимические мышцы так, что они расслабляются, и морщинки становятся менее заметными. Они заполняют глубокие морщины, потому что там есть гиалуроновая кислота высокомолекулярная, в специальных носителях она проникает в морщину и выталкивает. Там есть компоненты, подобные пилингу, они отшелушивают, выравнивают рельеф и поверхностные морщинки разглаживают. И там есть NCEF, косметический аналог мезотерапии, который компенсирует недостаток влаги и таким образом корректирует морщины обезвоженности. Но в этой новой сыворотке еще есть один ингредиент. Это экстракт кенгуровой лапки. Это растение, а не газантас, которое обладает уникальным свойством восстанавливать дерму, то есть делать ее более плотной и восстанавливать ее структурную, так сказать, структурную, ее структуру, взаимоотношения волокон в ней, взаимоотношения различных ингредиентов типа гиалуроновой кислоты в дерме. То есть в конечном итоге это приводит к восстановлению шеи и корректирует морщины. Моя проблема. На шее. Это серьезная проблема сейчас у многих. Да. А знаете, почему она такая серьезная? И становится все моложе. Потому что мы все время смотрим в телефон. В 4 раза увеличивается нагрузка на шею. Нам надо уже придумать какие-то гаджеты, чтобы вот так вот телефон перед нами был, понимаете, на шею крепился. Да, вот да, согласна. Не опускали голову, понимаете? Вот, потому что иначе появляются у молодых уже морщины на шее. Да, у меня тоже эта проблема вот, есть. Вот, да. И поэтому я рекомендую вам эту сыворотку Time Filler Intensive, она будет корректировать и все морщины на лице, и морщины на шее. То есть уже через 7 дней от начала применения уже на 4% было показано в результате клинического теста, на 4% сокращаются морщины на шее. Это потрясающий результат. А насколько ее примерно хватает, интересно? Вы знаете, здесь очень легкая текстура, вот такая, смотрите, прям буквально она... Вот, капельки. Да, и нужно буквально 2-3 капли. Мы ее вот таким вот образом согреваем в ладонях, наносим на лицо, и потом похлопывающими движениями дополнительно еще впиваем. И потом обязательно нужно сделать такие пощипывающие движения по всем морщинам. Там все это описано в инструкции. Вот. И самое главное, что у этой сыворотки есть еще мгновенное лифтинговое действие. То есть она сразу кожу подтянет. Вау-эффект. Я просто вам не передам. Жаль, что не передает камера потому что это ароматы филарга, это вообще, знаете, как еда какая-то. Вот когда вы входите в хороший какой-то ресторан, и вы понимаете, что вы даже есть-то не хотите, но это надо обязательно попробовать. Из этой же серии, потому что аромат бешеный, эффективность совершенно, ну, она подтверждена клинически, и женщины ее, конечно, подтвердили, мне даже жалко ее куда-то девать. Вот. Но я хочу сразу вам сказать, эту сыворотку лучше, не лучше, а наносить нужно под крем. Вот сейчас летом, пусть это будет солнцезащитный крем, пусть это будет крем тональный или флюид какой-то. Вечером вы можете нанести его под ночной крем. Но обязательно чем-то нужно ее запечатать, чтобы она хорошо работала в глубине. Максимальная эффективность у любой сыворотки филарга достигается только под кремом, потому что крем ее проталкивает. А если, допустим, из, собственно, косметики филарга выбрать какой-нибудь крем такой вот, который подойдет точно под нее, универсальный там, допустим? Универсальный. У нас, вы знаете, вот прелесть филарга в том, что любой крем, любая сыворотка под любой крем. То есть вы подбираете себе крем, который будет вам комфортен. Вот сейчас летом многие предпочитают использовать средства с матирующим таким, да, более эффектом, более легкие текстуры. Таймфиллер. Матирующий есть мат, гидрофиллер мат, NCF реверс мат. Пожалуйста, легчайшие текстуры. Age Purify, мы о нем сегодня поговорим, флюид, пожалуйста, легчайшая текстура. Любой крем даст возможность сыворотке работать на полную. Поэтому прелесть филарга вот в этих комбинациях совершенно не ограничена.
Потрясающе. А можно ли наносить сыворотку после косметологических процедур? Безусловно, как только у вас, если это косметологические процедуры инвазивные, как только, ну, на следующий день уже можно смело. Если не инвазивные, без повреждения кожи, с удовольствием. Очень хорошо будет поддерживать эффект ботулотоксина. Вот так же, как Time Zero, она увеличивает приблизительно на месяц, ну, плюс-минус, конечно, у всех по-разному, приблизительно на месяц увеличивает продолжительность эффекта от ботулотоксина в отношении мимических морщин. Поэтому ее обязательно нужно применять тем, у кого морщинистый тип старения. Такая сухая кожа. Мелкоморщинистый. Ну, вообще мелкоморщинистый тип старения, когда есть сухая кожа, хрупкая, она склонна к такому усыханию. Вот эта сыворотка для них, тут и пилинг. В общем, все методики, которые борются с морщинами, здесь реализованы. Вот. И обязательно на гусиные лапки. А, туда тоже можно. То обязательно все сыворотки на гусиные лапки, потому что здесь морщинки. На контур глаз не надо, потому что все-таки здесь есть... Ну, можно пробовать самому, но производитель не дает такой рекомендации. Ну, естественно, все пробуют. Если хорошо подходит, можно. Но на гусиные лапки в обязательном порядке. Вот поэтому морщины любого типа и морщины на шее. А тут еще был вопрос, не комедогенная ли сыворотка? Ни в коем случае, ни в коем случае. Тут просто даже это близко быть не может, потому что, понимаете, здесь очень-очень легкий состав. Вот она уже вся впиталась. Вся впиталась. Никакой комедогенности. Так, это вот. У нас да, первая это новинка. Это сыворотка Time Filler Intensive. Ну а сейчас бомба. Приготовьтесь, просто бомба-взрыв. Это инновационнейший продукт. У нас, как я говорил, есть во всех продуктах компонент NCEF. 50 ревитализирующих ингредиентов, витамины, коферменты, минералы, антиоксиданты, аминокислоты для восстановления качества. Есть линия под названием NCEF Reverse. Там в каждом флаконе средства присутствует как бы флакон мезотерапевтического коктейля. Самая высокая концентрация. А вот в этой линии появился еще концентрат, который предназначен для курса 10-дневного восстановления кожи. Тут концентрация активных компонентов такая же, как в одной инъекции мезотерапии в день. То есть вот мы два раза его применяем на лицо в день и получаем за сутки ту же дозу, что вы получаете при инъекциях мезотерапии. То есть здесь 10 инъекций мезотерапии. Вау, ничего себе. Это просто энерджайзер. Это вот такой, он называется NCF-шот, то есть укол или выстрел. Это просто, знаете, вот в тот момент, когда вы понимаете, мне уже просто какая-то сыворотка или просто какой-то концентрат уже не помогают. Мне нужно после стресса, после болезни, после, не знаю, какого-то слишком активного отпуска восстановить лицо, потому что снижается упругость, морщины все проявились. Загар, кстати говоря, активный вот такой тоже может привести к такой. И вы за 10 дней кожу восстанавливаете. На четверть через 10 дней уходят морщины. Где-то примерно на 15-20% уходит дряблость. И восстанавливается сияние. Самое главное – сияние кожи. Когда кожа сияет, мы выглядим моложе, мы выглядим ухоженнее. Этот концентрат под любую сыворотку, под любой крем. Два раза в день. Вот смотрите, здесь на пипетке есть такая метка 0,75 мл. Это одна доза. Мы берем такую дозу. Ну, я не буду всю дозу брать, мне даже прям... Вот посмотрите, легчайший такой концентрат, и мы его наносим на лицо. Шею. Тоже похлопывающими. Ну, я сейчас так делаю, в общем, да. А потом обязательно проводим такие крестообразные движения по всему лицу. Это такой массаж. Мы сильно не растягиваем, но стимулируем. Два раза в день. Учитывая, это межсезонье, это стресс, это усталая кожа. Вот когда нужно, вы знаете, вот мы иногда себе говорим, надо витаминов попить, все, не могу больше. Да. Вот это тот самый момент.
Только для кожи. Да, только для кожи. Энерджайзер, когда нужно вот выпить баночку энерджайзера, иначе не дойти до работы совершенно. Да, вот. Понимаю, только полезно. Да, но здесь высочайшая концентрация NCF, а дополнительно еще есть такой морской экстракт, который получен в результате морских биотехнологий, богатый полисахаридами, белками. Он необходим для активизации еще дополнительной работы клеток. Часто спрашивают, а что будет, если сыворотку, например, на него нанести? Очень хорошо, эффект будет усиливаться. А если я не хочу сыворотку, уберите на 10 дней сыворотку, используйте его просто под крем. Как самостоятельная сыворотка. Что посоветуете женщинам после 50, которые очень любят ухаживать за собой, чтобы выглядеть вау? Надо прежде всего прийти в наш центр красоты или к каким-то консультантам, где работают, обязательно проконсультироваться, потому что нужно понять, что вы хотите в себе улучшить, какой тип кожи, что, как вы любите за собой ухаживать. Это требуется работа. Мы не можем в прямом эфире вам сейчас дать какой-то рецепт. Только общего характера. Бережно очищайте кожу. 1-2 раза в неделю проводите эксфоляцию. Обязательно используйте по проблеме сыворотку. Обязательно используйте комфортный крем, который будет кожу увлажнять. Обязательно используйте солнечную защиту. Вот, и самое главное в уходе за собой – регулярность. Согласна. Но для тех, кто это делает нерегулярно, придумали NCF-шот. Мы люди, такие люди, понимаете, мы себя долго мучаем, а потом начинаем восстанавливаться. Поэтому все восстанавливающие комплексы крайне популярны. И вот для тех, кто любит ничего с собой не делать месяцами, а потом за 10 дней что-то восстановить, вот, пожалуйста. Ну, особенно для трудоголиков это очень важно. Да. Но спрашивают иногда, как часто это нужно делать. Я бы, знаете, чаще 1 раза в квартал это не делал. Объясню почему. В принципе, ничего не случится, если мы будем постоянно его использовать. Просто до определенного момента эффект дойдет, а дальше будет поддержание результата, и мы просто перестанем видеть эффект до и после, а нам именно он важен. Согласна. Потрясающе. Так, и это у нас, собственно, вторая сыворотка. Это вторая сыворотка. Продукт, да, на сегодня. Вот, и теперь несколько слов хотелось бы сказать о новой линии под названием H-Purify. Для тех, кто имеет жирную и комбинированную кожу, склонную к несовершенствам. Вот действительно, для таких людей очень мало, для таких девушек особенно, очень мало выпускается косметических средств с антивозрастными свойствами. Но в основном им предлагается что? Использовать какие-то продукты подростковые. Ну, для того, чтобы решать вопросы, прежде всего, несовершенств. Сального блеска, широких пор, черных точек, понимаете, воспалительных элементов. Ну, какое уж тут старение, когда есть несовершенство, бросающееся в глаза. Но ведь дело в том, что девушки-то бывают довольно уже зрелого возраста. У них и морщины присутствуют, у них уже и... И им хочется и то, и другое. Да, немножко прерывается. Вот, да. Поэтому вот Филарга создает линейку из 4 продуктов, которые одновременно решают 2 задачи. Корректируют морщины, расслабляют мимические, заполняют глубокие, вообще улучшают качество кожи. И в то же время борются с несовершенствами. Здесь есть компонент, снижающий салоотделение, цинк. Здесь есть комплекс кислот, которые убирают черные точки и сужают поры. Здесь есть растительный экстракт растения анната для того, чтобы обеспечить оздоравливающее действие, то есть вернуть коже баланс. Кожа становится более здоровой и при этом более молодой. Ну разве не прелесть? Я считаю, что отличная идея. И все это адаптировано для девушек, которые хотят себе еще доставить удовольствие, Луиза, понимаете? Потому что ведь хочется не просто за собой пухать, а чтобы это было еще и красиво, и приятно. Поэтому вот, пожалуйста, очищающий гель. Потрясающая штука. Вот кто ищет себе продукты очищающие для жирной кожи, не вызывающие сухости, стягивания, реакционного повышения салоотделения, да, вот когда мы сильно пересушиваем кожу, она начинает активнее синтезировать кожу. Вот этот гель, богатый полисахаридами. Полисахариды вытягивают загрязнения из пор и в то же время увлажняют очень хорошо кожу, поэтому после очищения мало того, что кожа чистая, она еще в диком комфорте.
Я вам скажу такую крамольную вещь. Конечно, этот гель не подходит для очищения контура глаз, но я-то попробовал, понимаете? Думаю, ну нет, я, конечно, без макияжа глаза очищал, это понятно. Но я попробовал их просто очистить. Ну, честно вам скажу, ни одной отрицательной эмоции не было. Поэтому это просто такой был эксперимент. Я хотел понять степень вот переносимости. Очень, в том числе, хотя он не рекомендуется, я повторяю, для очищения контура глаз, для этого лучше использовать специальные продукты. Но настолько бережный продукт, что просто потрясающе. И он еще борется и с морщинами, и с несовершенствами. Дальше. Все на себе пробуйте. Да, обязательно. Вот эта вот маска глиняно-кремовая для жирной кожи. Ну, жирная кожа такие вещи обожает. Два вида глины, экстракт фисташкового дерева, мгновенное матирование, мгновенное поросуживание. Ну и дополнительно, конечно же, не дополнительно, а основное действие – борьба с морщинами и с несовершенствами. То есть два раза в неделю мы проводим эти процедуры для того, чтобы сделать уход более интенсивным. Ну и, конечно, после этой маски кожа гладкая, такая ровная, матовая, ну, потрясающая вещь. Наносим плотным слоем, за исключением контура глаз, через 10 минут смываем. Два раза в неделю. Сыворотка. Вот еще одна сыворотка сегодня, как раз к лету. Age Purify Intensive. Смотрите. А, ну, сейчас покажу вам, во-первых, маску. Маску вот такая. Да, интересно вообще, как у нее зеленый цвет. Вот такой, да, зеленоватый цвет. Она немножко подсыхает, конечно, на коже. Но не так, как глиняная маска, когда, знаете, все стягивает. Здесь такого не будет. Вот, она немножко подсыхает и хорошо смывается. Вот, что касается сыворотки, смотрите-ка. Вот, ну, просто легчайшая, как вот почти косметическая вода. Вот то, что обожают люди с комбинированной жирной кожей, легкие текстуры. Запах тоже бешеный. Здесь потому что в основном ноты зеленого чая и бергамота. Свежесть. Понимаете? То есть у нас вообще в филарге три основные ноты. Бергамот, зеленый чай и роза. В зависимости от линии, вот специалисты миксуют эти запахи так, что, например, Global Repair такая более женственная, питательная линия, там больше роз. Здесь люди с комбинированной кожей больше любят запахи свежести, да, такие. Согласна. Вот. Ну и для мужчин, кстати, отличная идея. Да, вот хотела мужчины, как например, раз сказать, да, как раз для мужчин. И от старения, и от несовершенств, что часто бывает, пожалуйста. Флакон вполне себе унисекс, ничего особенного. И впитывается моментально. И под любой крем подойдет. Эта сыворотка будет интенсивным образом бороться с морщинами, с несовершенствами и восстанавливать кожный баланс. То есть снижать салоотделение, бороться с воспалениями, с черными точками и так далее. Такой активный продукт. Поэтому если вы любите какой-то специфический крем филарга, не меняйте его. Используйте эту сыворотку под этот крем. Супер, отличная идея. Ну и средство ухода, которое я, конечно, не могу пропустить, это Age Purify Fluid. Вот что про него можно сказать? Посмотрите, он тоже такой эмульсия, слегка гелевая, с матирующим эффектом, без всякого скатывания, но при этом он очень хорошо кожу увлажняет. То есть вы чувствуете уход, но при этом кожа ваша дышит прекрасно. Вот сейчас летом это то, что нужно. Отличная основа под мейк. Все, его уже нет, но я чувствую, что здесь на коже у меня, она бархатистая. Ух, кайф. И еще в составе есть компонент, такой полисахарид, экзополисахарид, который предупреждает проникновение в кожу различных загрязнений атмосферных, то, что нам нужно на день. Поэтому это отличный дневной крем сейчас на лето. Я просто вот рекомендую тем, у кого есть склонность к стальности, да, к повышенной комбинированной коже, даже если нет, это то, что нужно. Это и профилактика будет. И вообще отличный продукт, потому что мы часто летом вообще пренебрегаем уходом. Нам жарко, нам не хочется, а это то, что нужно. Да, согласна, абсолютно. И любая сыворотка под него подойдет. Поэтому эта линейка, вот она предназначена для как раз людей, у которых есть вот эта проблема. И борьба с возрастом, и одновременно прекрасные такие продукты, которые будут бороться с несовершенством. Поэтому мы вот тут спрашивают нас... В чем отличается сыворотка от флюида? Я думаю, тем, что как можно комбинировать их еще с другими продуктами. Да-да, совершенно. Значит, объясню. Флюид – это средство ухода. Вот основное средство ухода. Есть крем, есть эмульсия. Вот это эмульсия.
легкого, легкой текстуры именно для комбинированной жирной кожи. У нас есть флюид в линии NCF Reverse Matte, он тоже флюид. Это сама текстура, но это средство ухода. А сыворотка – это концентрат активных ингредиентов, в котором практически отсутствуют компоненты защитные, какие-то вот, ну, увлажнение немножко есть, но оно дополнительно, простите. Поэтому этот продукт, сыворотка, всегда под крем. А это самостоятельный продукт и утром, и вечером. Средство ухода. Он исцеляет и увлажняет, но под него можно нанести любую сыворотку. Пожалуйста, хотите NCF-шот? Без проблем. Хотите особо побороться с морщинами? Добавьте Time Filler Intensive и нанесите сверху Age Purify Fluid. Прекрасный будет вариант. То есть здесь масса, в зависимости, вот нам девушка спросила, что посоветуете после 50 для ухода? Что вы хотите на выход? С морщинами побороться? Один вариант, например. Хотите кожу взбодрить, вернуть ей сияние, сделать ее более такой ухоженной, молодой в плане такой жизненной силы? Другая история будет. Поэтому все очень индивидуально. Филарга позволяет для каждого персонализированный уход подобрать. Какие-то есть еще вопросы? Посмотрите, Луиза. О, да, ты как раз я начала открывать, чтобы почитать вам вопросы. Добрый день. Какой ритуал вы посоветуете? А, мы это уже сейчас только что рассказали про это. Большинство средств в упаковках с помпой. Это обязательное условие для сохранения рабочей формулы компонентов или просто исключительный дизайн? Это исключительно удобство, прежде всего. Исключительно удобство. Сейчас, кстати говоря, большую популярность в Европе набирают продукты во флаконах с пипеткой. Ампульные всякие продукты и так далее. Флаконы с помпой, в них упаковывают продукты такие текучие, которые в банку не положить, понимаете? Из банки его, ну как вот эту сыворотку, которая практически течет, мы это... Здесь флакон действительно без доступа воздуха. Мы тоже, конечно, можем уменьшить количество консервантов из-за этого. Вот. Но в целом, прежде всего, для удобства его применить. Так, хорошо. Далее читаем. Спрашивают, есть ли уже в продаже, по-моему, про как раз шот мы говорили в этот момент. NCF-шот уже сейчас вот буквально, если его нет на фармкосметике, то он будет в ближайшие дни, вот он уже продается. То есть вот мы, да. На сайте, во всяком случае, у нас, по-моему, он уже продается, и фармкосметика наверняка уже тоже продает. Да. Какие противопоказания применения первой сыворотки? Имеется в виду Time Filler Intensive. Противопоказаний нет никаких. То есть если у нашей девушки или у юноши, кстати говоря, проблема морщины, и он с ней к нам обращается, или сам понимает, что ему прежде всего беспокоит именно морщины, он берет сыворотку Time Filler Intensive, наносит на все лицо, может на шею, и корректирует любой тип морщин. Я бы сказал так, относительное противопоказание – это отсутствие морщин на лице. Потому что эффекта человек не получит и будет... Такие, кстати, случаи были. Вот вы зря, Луиза, смеетесь. Люди покупают сыворотку от морщин, не имея по существу на лице морщины, потом долго возмущаются, что эффекта не оказалось. А какого эффекта они ждали, мы не знаем. Поэтому у нас, понимаете, всякие бывают варианты. Так, хорошо. Далее Александра Савелова пишет. Есть мнение, что косметическая индустрия слишком увлеклась антиоксидантной теорией старения? И что, ой, такой сложный вопрос. Да. И что свободными радикалами не нужно так яростно бороться. Нужен ли вообще витамин С? Вот так вот. Значит, этот вопрос действительно очень широкий, и он действительно не такой простой, как может показаться. Я всегда говорил об этом и всегда... полностью согласен вот с тем, что вот сейчас высказала коллега, вероятно. Дело все в том, что свободные радикалы и вообще активные формы кислорода, они нужны нам обязательно в нашем организме, потому что они, во-первых, убивают всевозможные микроорганизмы патогены. Они убивают раковые клетки и другие вот какие-то атипичные клетки, которые пытаются в нашем организме развиваться. Это серьезные свободные радикалы, это серьезный такой вот механизм
такого онкологического, вот, борьбы с онкологическими заболеваниями. Поэтому, конечно, бесконтрольный прием антиоксидантов, особенно в высоких дозах, ну, в общем-то, снижает эту защиту. Поэтому, когда нам нужны в то же время антиоксиданты, когда да, слишком это... много их образуется в организме, когда они начинают уже нам вредить. Это происходит, например, если говорить об общих состояниях, в период какого-то инфекционного заболевания, остро-респираторной вирусной инфекции, когда воспалительная реакция дает большой взрыв вот этих свободных радикалов, и они начинают повреждать мембраны клеток и дополнительно вносить свой негативный вклад в развитие болезни. Тогда рекомендуется применять витамин С для того, чтобы немножко приглушить эту инфекцию. То же самое касается нашей кожи. В обычных условиях нам достаточно, так сказать, нашей собственной антиоксидантной защиты, которая у нас есть. Но если мы с вами активно гуляем, занимаемся спортом и подвергаем свое лицо, например, ультрафиолетовому облучению, то там образуется слишком много свободных радикалов, которые повреждают клетки, волокна и приводят все это к преждевременному старению, к образованию морщин и, может быть, даже к онкологическим заболеваниям кожи, друзья. Поэтому нам обязательно нужны антиоксиданты в уходовых средствах для лица, потому что это открытый участок тела, мы не ходим в специальных устройствах на лице, которые защищают нас от внешних агрессий, ну, во всяком случае, в большинство из нас. Вот, да. Поэтому... И у нас лицо всегда подвержено внешним агрессиям, а это значит, что свободных радикалов всегда немножко больше, чем нужно. И как раз те, кто использует антиоксидантные кремы, они выглядят обычно значительно моложе именно поэтому. Вот мой ответ. Да. Следующий тогда вопрос. Флюенс 1968 спрашивает, планируется ли выпускать ампулу красоты, как есть у других марок, у Филарга? Вы знаете, пока таких планов нет, но я думаю, что все может еще измениться. Дело в том, что косметологический рынок – это рынок динамичный, и принимается решение довольно быстро. Вот, и вообще косметика – это рынок новинок. Поэтому посмотрим. У нас есть другие всякие сюрпризы для наших друзей в будущем. Вот, интересные продукты. Есть специальные марки на рынке, которые выпускают ампульные препараты. Здесь тоже не все так однозначно. Не будем сейчас об этом говорить. То есть у всего есть положительные и какие-то такие, не может быть, сомнительные стороны всегда. Это всегда можно найти. Поэтому... Филарга специализируется все-таки на продуктах ухода, таких пока, вот, по своим, во всяком случае, свойствам косметическим, более, что ли, классических. Mm-hmm. Вот. Ну, понятно, вот, этого, хотя у нас будут инновационные средства, ну, в частности, вот NPF-шот. Да. Потеряли. Я хотел бы еще вот обратить это внимание девушек вот на что. Филарга – это всегда объединение двух миров. Это мир науки, медицины, то есть мы даем хорошие продукты с хорошей эффективностью, с безопасностью и так далее. И в то же время это косметика. Она украшает кожу. У нас в каждом продукте есть компоненты, которые немножко улучшают цвет, дают мгновенный лифтинг. То есть то, что девушка видит сразу после нанесения, это же очень приятно. Не подождите 3 недели, что-то там такое заработает, а right now. Потому что это косметика. Нам сейчас идти на свидание, а не через 2 недели. Согласна, да, это правда. Ну вот и все. Поэтому здесь есть вот это сочетание хорошего, глубокого, корректирующего действия и в то же время великолепных, мгновенных вот этих косметических эффектов, которые мы так все любим и ждем. У меня такой, пока у нас вопрос еще движется, от меня такой вопрос. Да. Вот, допустим, у нас есть Age Purify, и мне бы захотелось что-то для зоны глаз. Что можно было бы посоветовать точно вот в данном случае? Значит, что касается зоны контура глаз, это отдельная совершенно песня на лице. Здесь свои особенности, свои потребности. Поэтому мы будем выяснять, что хотелось. Значит, для контура глаз у нас есть несколько предложений, и они будут зависеть будет от того, что нужно в данном конкретном случае. Если беспокоит следы усталости, темные круги, отечность, морщинки, это Optimize. Крем Optimize. Это лучшее средство от следов усталости в линии Филарга. Это один из наших бестселлеров. Если беспокоят морщины,
любого типа, в том числе мимические, глубокие, а также дряблость верхнего века, это крем таймфиллер для глаз. Он, кстати, дополнительно еще и с темными кругами поборется, и ресницы. У нас опять немножко пропал. Вот, поэтому дальше. Хорошо. Если хочется крем-хайлайтер и одновременно увлажнение, да, борьба с морщинками, сияние, Oxygen Glowed Eyes. Это гибридный продукт. Мы про него говорили. Да, это гибридный продукт. Это с одной стороны хайлайтер, а с другой стороны уходовое средство против темных кругов, для коррекции мелких морщин. Если вы не знаете, что вы хотите, вам хочется и старение корректировать, и следы усталости убирать, и все сразу, и увлажнить, NCF Reverse Eyes. Крем-мультикорректор с такой текстурой смузи, легчайший. Ну, а если хочется одновременно поухаживать за двумя зонами, контуром глаз и контуром губ, и при этом дать глобальный антивозрастной уход, питание, лифтинг, Global Repair Eyes and Lips с экстрактом туберозы против следов усталости вокруг глаз, с борьбой, который борется со всеми проявлениями возраста, и с экстрактом кунжуток против вот этих вертикальных морщинок, кисетных морщин вокруг рта. Такой глобальный продукт с питательным еще действием. Вот, пожалуйста, выбирайте. Куда-то вы пишетесь обязательно. Да, там довольно большой выбор. Без вариантов. Да. Да. NCF Shot можно на зону вокруг глаз, спрашивают? Хороший вопрос, спасибо. Мы, конечно, не рекомендуем, но на гусиные лапки обязательно. То есть гусиные лапки в любом случае. Что касается контура глаз, вы можете попробовать очень аккуратно. Близко к контуру глаз, глазам подходить не надо. Да, то есть близко к глазам подходить не надо. Вот гусиные лапки в обязательном порядке. А здесь надо просто попробовать, чтобы была хорошая передача. Концентрированное средство, поэтому об этом помним. Так, хорошо, давайте далее тогда. Таня 1682 пишет, я купила сыворотку новую для комбинированной кожи. Можно ли просто ее использовать под тональный крем? Обязательно. Вот именно так можете ее и использовать, без проблем. Но самое главное, чтобы обязательно чем-то ее запечатать. Или тональным кремом, или солнцезащитным, или уходовым. Пожалуйста. Она будет прекрасно работать. Спасибо. И, наверное, напоследок мы парочку еще вопросов сейчас выберем. Шустова Ксения спрашивает, здравствуйте, есть ли сейчас в линейке аналог продукта Sleep Recover? Есть. Если есть вот проблема, связанная с заломами от подушки и с морщинами сна, а именно с этим боролся в основном Sleep Recover, и из-за этого его многие ищут, то в этих случаях мы рекомендуем средство под названием Time Filler Night, ночной крем Time Filler. Он содержит компоненты, и комплекс называется он Express Recover, который как раз повышает эластичность кожи и устраняет лишнюю жидкость. То есть препятствует утренней отечности. За счет этого вот эти заломы от подушки становятся менее заметны, причем с первого же применения. Класс, спасибо большое. И, наверное, последний на сегодня вопрос. Таня Маленкова, прошу прощения, пишет. Подскажите, какой уход можно подобрать, если только познакомилась с филарга, 28 лет, кожа комбинированная? Я еще раз прошу прощения, Луиза, там что-то было прерывалось. Повторите, пожалуйста, последний вопрос. Да, без проблем. 28 лет, комбинированная кожа. Какой уход от филарга можете посоветовать? Вот еще раз хочу напомнить всем, что мы никогда не ориентируемся на возраст. Мы настолько по-разному выглядим в 28 лет, что это трудно себе даже вообразить. Мы всегда задаем вопрос, что вы хотите в себе улучшить. Понимаете? Потому что просто так вот какой-то уход ни о чем рекомендовать не хочется. Филарга – это марка, которая дает эффект. А эффект должен развиваться на каком-то субстрате. Что за жалобы? Комбинированная кожа 28 лет. Я не понимаю. Поэтому лучше всего определиться со своими, так сказать, жалобами, со своими
с тем, что хочется в себе улучшить. Вы прекрасны все, бесспорно, и мы все прекрасны, и мы уникальны. Вот. Но иногда хочется что-то в себе улучшить. Вот что надо определиться, и уже в зависимости от этого. Хотите корректировать морщины? Линия тайм. Хотите повышать упругость? Линия лифт. Хотите вернуть коже сияние, улучшить качество кожи, сделать ее более такой жизненной, что ли, наполнить жизнью? Возьмите линию NCF. Хотите увлажнить, убрать ощущение стягивания, дискомфорт? Возьмите линию гидро. Все зависит от жалоб. И мы подберем индивидуальную программу любому человеку, если вы обратитесь, соответствующе, и в центр красоты, и к консультантам. Они всегда готовы вам будут помочь. Отлично, спасибо большое. Так, ну и самый последний вопросик, да. Потому что посыпались, всем интересно. Да. Нам надо чаще встречаться, Луиза. Согласна, да. Абсолютно. Но у вас очень большой график, такой плотный. Марок много, поэтому постепенно будем все это делать. Ну, у нас как минимум уже, по-моему, на начало осени назначено. Да, запланировано. Мы обязательно встретимся. Все ждем, да. Как защитить нежную кожу вокруг глаз от ультрафиолета? Ну, прежде всего, это хороший вопрос. Прежде всего, конечно же, нужно носить солнцезащитные очки. Это прежде всего хорошие, качественные очки, которые фильтруют солнечный свет и просто механически все это вот защищают. Во-вторых, конечно, нужно использовать солнцезащитные фильтры, предназначенные в том числе для контура глаз в небольшом количестве. Когда мы наносим солнечный фильтр, солнцезащитный продукт на лицо, мы обязательно наносим его и на контур глаз. В-третьих, когда мы возвращаемся с таких прогулок, мы обязательно очищаем лицо, очищаем контур глаз и наносим на эту зону специальные продукты, увлажняющие. Ну, все, в общем-то, средства для контура глаз, они с увлажнением. То есть этой зоне нужно уделять всегда повышенное внимание. Вот, то есть ей надо заниматься. Нельзя сюда подмазывать, как говорится, любой продукт, который вы наносите на все лицо и шею. Этой зоне нужно уделять особое внимание и всегда иметь специальный продукт для нее. Вот это я бы хотел для всех отметить. Ну, если только вы не занимаетесь исключительно увлажнением этой зоны, тогда увлажняющий крем можно наносить везде. Это действительно так. Вот. Ну, главное, чтобы он был комфортным, не очень насыщенный и не повредил вам, скажем, контактные линзы. А вот если у вас специфические какие-то проблемы, морщинки, темные круги, отечность, еще, это только специальные продукты. Поэтому солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и обязательно восстановление. Специальные средства. Крема да, для мы как раз о них чуть-чуть ранее говорили. Да. Я уже себе записала. Вот это хорошая идея NCF Reverse Eyes. Мультикорректор, следы усталости убирает и великолепную кожу увлажняет. Прекрасно работает. Чудесно. Итак, по-моему, у нас пока что закончились вопросы, поэтому спасибо вам большое за этот эфир. Спасибо вам, Луиза. Я очень рада, что мы вновь вышли, рассказали о таких классных новинках, о возрастном акне. Сейчас все чаще и чаще у нас возникают вопросы, к нам тоже обращаются. Вот. Поэтому спасибо вам большое. Мы увидимся, я думаю, в начале осени еще раз. Может быть, чуть пораньше посмотрим, как получится. Как у нас. Спасибо всем. Да, спасибо всем. Возвращайтесь к нам и позже. И сейчас будет выложен эфир обязательно записи. В нем будет розыгрыш от Филаргат также. Поэтому участвуйте. И всем до свидания. До свидания.